Всем привет, дорогие зрители и подписчики канала, с вами Данис, и мы продолжаем проходить миссию Дарвина. У нас, блин, тут очередной кошмар. ФБР, это на самом деле такая, ну, эта вот глава довольно-таки сложная, да, должна быть, так как я смотрел. Блин. Сколько вас здесь будет? Все понятно. Надо валить отсюда. Секундочку, что-то я... А, можно же... Давайте-ка сделаем вот по-другому. Интересно, хватит, наверное, для новой пушки-то. Да, хватит, только мне потом совсем денег не останется. Короче. А где же это? Вот она получается, там что? Ё-моё! Вас не хватало. А, надо вот так, да? Стой! Давай. Вот так. Дальше что делать? Это что такое?
Подожди ты. Кажется, меня засекли. Теперь о скрытности можно забыть. Странно, я что вернулся? Откуда я пришел, что-то, ну нафиг. А куда что-то там идти-то? Ой, блин. Thank you.
Да ёшкин кот. Подожди ты, давай! Вот, надо было тебе. Странно. Я же ее опустил, почему я не могу? А, надо же, получается. Немножко по-другому. Да ё-моё, ещё того не закрыли. Туда мне идти не надо. Тогда что ж там делать-то? Допустим, я случил. Хорошо, сделаем вид, что этого не было. Я не пролезу. Причем отсюда уходить надо смотреться. О! О, вот это уже мне нравится. Чего муч может? Подожди. Подключить? Нифига себе. Да. А как я тебе это отключу-то его?
Чё ты сам туда притягиваешься, ты ё-моё? Как я тебе отключу ты его, я не понимаю. Ну вот сам туда притягивается просто и все. Странно. А как тут его отключить-то? Если только, наверное, ну-ка. Нет, он не отключает его. Кажется, я у всех на виду. О-о-о-о! Отвали. Да отстань. Ну как у всех? Сейчас здесь будет пахло. Ой! Ну конечно. Вот, блин. Надо все-таки попробовать это лазерную, как я там. Так, вот тут, а вот да. Да. Давайте попробуем. Ого. Вы долго будете появляться? Большая ошибка. Thank you.
И куда я здесь? А, вот. Только то толку-то от этого чуть я не понимаю. Да блин. А что он вырубил-то его? А, вот этого, да? Ну, хорошо. Тогда я буду стоять здесь. Где эта дверь-то? А вот она. Нет. Блин, ну чё вы там, блин, напридумывали опять? Ну, дверь эта. Почему вот этот он не может его просто убить? Да ё-моё, вот надо тебе врезаться, да. Да-да-да-да-да. На-ка. Вот диспетчерская, вот охрана, а вот и проблемы. Эй, Харли, как ты думаешь, ты сможешь выманить охранника? Ну, смотри. У-ку-у! Какого? Как дела? Да ты издеваешься! Это опять я! Охрана, вы мне просто не поверите, но у нас тут в секторе 4Б самые настоящие грызуны. Я этим сейчас займусь. Хуарес, взломай систему и найди Сейбера. Сделаю. Есть. Вон он, Сейбер. Говорю вам, я не знаю, что случилось. Скажите, как заставить все эти вафельницы и тостеры утихомириться? Я же вам говорю, не знаю. Разве что. Разве что. Разве что это был Яншу. Он мог. Достаточно, мистер Сейбер. Пора прервать наше с вами сотрудничество. Кто это? Назовитесь, черт возьми. Почему вы мне не показались? На выход! Бегом! 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 Все марш отсюда! Дарвин Сейбер исчез. Похоже, кто-то не хочет, чтобы он говорил. Он сказал Яншу. Яншу. Точно, таинственный партнер Сейбера. Все равно. Продолжаю поиски, нам надо кое-что прояснить. Let's go.
А, понял. Новое оружие. Сколько оно стоит? Понял. Стоп. Ты ё-моё, что ты? Дайте мне... Эхвара, слышишь? Что это? Приборы только что прошли перед самым носом службы безопасности ФБР. Наверное, есть пропуск. А у меня нет. Да чтоб тебя... Пульт управления обесточен. Незаконное проникновение обесточивает все секретные терминалы. Отлично. То есть надо как-то включить его в сеть. Да, энергия луча детектора движения может помочь. Только осторожно. Какого еще детектора движения? Наведите лазерный луч на оптический переключатель, чтобы активировать его. Еще лазерный луч. Подожди. Сейчас.
вообще же. Какой еще лазерный луч, блин. Пойму. Всем группам быстрого реагирования прибыть на свои места. Какой лазерный луч? Подожди, вот же, блин. Сагу сразу сказали. Только... Так я же вот сейчас, ну-ка давай. Как добраться быстрее? Туда можно попасть через отдел криминалистики, но там надежная охрана. Бластер, мне понадобится твоя помощь. Договорились, я тоже иду туда. Тебе не найти Сейбера. Мой отмороженный приятель об этом позаботится. Этот холодильник заморозил вход, и теперь я в ловушке. Я приведу в действие аварийную систему. Поищи подходящий рычаг. Хорошо. Этот холодильник тут все заморозил. Здесь просто каток. Thank you.
я знаю, что делать. Да блин! Ты что делаешь-то? Нет, посмотри на него. Как тогда я его отключу, извините. Его никак не отключишь, кроме этого. Он еще там электричество боится. Тоже нет. Да. Попади в него. Нет. Иди. Да... Что за хрень, а? Придумали, блин, тоже. А хотя... Есть другой выход. Ну-ка, давай-ка. Так. Встал на скользкую тропу. Да я сегодня в ударе. Смотреться мало ли что здесь может быть. Не понял, кто стреляет мне. Да вот давай еще. Да подожди ты. Ну он сам туда летит. Я че виноват, что ли?
как туда-то зайти. Хуарес, Бластер. Понятно. Плохие новости. Я добрался до отдела криминалистики, но тут заперто. Есть еще варианты? Отсюда я никак не смогу открыть дверь. Безнадежно. Тебе придется найти другой вход. А выйти, может быть, получится через кабинет директора. Ты хочешь сказать, выйти наружу? Бьем, что у тебя есть реактивный ранец, Дарвин! Рано еще туда. Надо вот здесь все пройти. Вот, блин. Я у двери, но вместо замка здесь терминал для ключка. Значит, где-то рядом должна быть ключ-карта. Может, проверить кладовки? Какой же кладовки? Понятно. Оборудование побеждает. Но пасаран. Ой. Да, блин. Чем боулинг. Так, понятно, в чем дело. Ну давай, что ты. Должен быть тогда лучше. Где? Я обратно вернулся, ё-моё. Интересно. А, вот он. Заведите лазерный луч на оптический переключатель, чтобы активировать его. Ё-моё. Вот же я навел на него. Хотя можно по-другому сделать, конечно. Ну-ка.
активировался. Так, теперь начнем. Да ё-моё, да что ты... Падаем, что постоянно. Ну куда ты, а? А нет, ничего не могу пока сделать. Зато могу... забрать ключ. Карту. Так, я сначала тогда здесь все посмотрю. Ой. Интересно, ну-ка. Так. Так, так, так. Сколько? Да. Так, мне надо боеприпасы сейчас. Хорошо. Па. На будущее пригодится, наверное. Да что ты делаешь? Холодильник заблокировал в чулане пылесос целой стеной льда. Дарвин, думаю, тебе придется освободить пылесос. Что? Дверь откроется только перед прибором Сейберлинг. Пора немного попылесосить, да? Ластер, что у тебя? Я Бипти отдела криминалистики. В очень мерзкой компании. Правда, их всего пятеро, но меня одного. Так что у меня есть преимущество. Осторожнее. Ты тоже. Огнетушители растапливают ледяные барьеры. Только не забудьте отскочить в сторону. Обожаю сейберизатор.
Погодите, как я делаю. Огонь какой-то. Какой еще огонь? Понял. Осталось только найти грязный коврик. Стреляй! Ой, блин. Ой, не могу. Я не понял, что он стрелял. Так, пылесос. Пылесос, от пылесоса надо бежать. В прямом смысле слова. Ну, в смысле не бежать, а... Просто хочу... разбить. Пошли. Пошли. Как его убить-то? Так, пылесос не уязвим для всех грифов охранник. Что ж, еще не... Вот как я тоже отсюда выбрать, если мне не дает. Блин, он открыл уже. Зараза. Ладно, сейчас я еще раз подожду. Где он там? Рядом врагов.
никуда не пролезу. Да блин. Куда идти-то? Уйди! Отойди. Во-во-во, только... Только надо... А, ясно все. Надо как-то забраться, получается, да? Тихо. И куда это я тут попал? А, вот. И что? Ничего нет. Ладно, это открыто будет, только куда идти, все равно непонятно. Так, куда же идти-то? То есть получается мы сейчас здесь, а нам надо туда, что ли? Ну понятно, что надо туда, но я туда не пролезу. Вот. А, блин, ну и уйди, ё-моё. Ну конечно тебе надо меня схватить. Отпусти меня. Вообще что ли охренел? Как я тут доберусь-то? Уже никак, хотя... Посмотрим. Да блин! Кто тебя просил за это электричество? Блин. Вот как я теперь это пройду? Ну не попадайся, я же хочу просто отсюда выбраться. Подожди-ка. Залезай, ты чё, дебил, что ли? Туда залезай, ну даже цветок, блин. Залезай, пока не схватил. Так. Так, вот. Вот кто тебя просил? Хотя
тебе тут точку показывает. Вот. А, блин, ну так бы сразу и сказали, ё-моё. Куда тоже не самое простое занятие забраться. Особенно с таким. Ну давай. О, молодец. Фанатика, да обрубить уже не можешь, что ли? Так, то есть нам туда идти надо. Падай, фух. О, мне как раз надо туда. Так, пожалуйста, не падайте, прошу, 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 прошу. О, молодец. А теперь самое главное, не падай. Во-во-во, давай, давай, вот, вот. Насколько я понимаю. Сломав компьютерный терминал, вы отключаете охранное устройство, например, лазер. Для взлома встаньте рядом. Зараза. Удерживайте кнопку. Блин. Иди от меня. Ты что, живой, что ли? Да ты задолбал уже, честно. Да. Ой, зачем я это сделал? Блин, что я делаю? Компьютер, а интересно, он так долго простоит? Не буду проверять. Кто меня там сейчас только что, извините, кукнул? Понял. О. Фу. Бластер, как попасть на ту сторону здания? Тебе придется забраться на тот карниз у тебя над головой и соскользнуть по тросу напротив. Я попробую немного подсобить с лифтом. Опять карабкаться? Класс. Да ладно, Даррен, это здорово! Нет, карабкаться мы будем в следующей серии. А пока всем спасибо за просмотр, всем удачи и пока-пока. До скорой встречи.